Всем привет, это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о характере Кэри Блю Терьера. По всем параметрам искристый темперамент этих животных полностью копирует менталитет жителей Ирландии. Игривый, заводящийся с полоборота, обожающий веселье и драки, Кэри Блю Терьер относится к тому типу домашних питомцев, с которыми вся жизнь проходит в ожидании сюрприза. Настоящий Кэри Блю Терьер – это в первую очередь человеколюбивое создание. Принесенный в дом щенок быстро вливается в семью и учится ладить с каждым ее членом, не назначая доверенным лицом кого-то одного. Дети для животного – приятные компаньоны и товарищи по играм. Кстати, в отличие от собак крупных пород, Кэри не видят в детях тех, кому нужно относиться снисходительно. Более того, эти собаки охотно пойдут с вашими детьми на тренировочную площадку и прислушиваются к командам, поданным юными хозяевами. А вот с соплеменниками у Кэри Блю Терьеров взаимопонимание не очень хорошее. Может быть, потому что, увидев другую собаку, ирландец не упустит возможности покрасоваться и продемонстрировать свою непобедимость. С таких провокаций и начинается 90% конфликтов с другими собаками. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром. На сторожевые способности этой породы можно положиться. Воспитанные Кэри лают только по поводу. Некоторые питомцы способны впустить незнакомство в дом, но уж точно не выпустить из него. Обычно собака блокирует выходы из помещения и внимательно изучает поведение чужака. Реакция на любой угрожающий жест следует жесткая и незамедлительная. Кстати, укусы породы болезненные и очень глубокие. В целом, милая и ласковая собака Кэри Блю Терьер обладает мягким характером, а также она наделена огромной жизнерадостностью. Она готова играть везде, где находится, и присутствовать в любом месте рядом с хозяином. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.